Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. It's okay. Я реально прихерел. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Супер гуд. Вот ее карма, я борюсь сейчас за свою карму, а у нее карма уже все, она уже в раю. Она ангел. Круто! Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Сомнительно, но окей. Это не так устроено, они там в космосе где-то. Я смотрел на этот калаш и думал, боже мой, хочу видеть внуков, боже мой, хочу выжить. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Да, мне было страшно. Но я это сделал. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.